Компания UPL не первый год на рынке России. Изначально это компания, которая занималась производством фосфорных удобрений в Индии. И в итоге компания развивалась и перешла на более высокий уровень. То есть компания занимается производством и продажей, реализацией средств защиты растений. Как в южных регионах в Индии, да, и не первый год уже, как повторяюсь, работает и в России. Смотрите, правительство рассматривает законопроект о введении квоты на импорт средств защиты растений. Да, компания индийская, производство в Индии, производство в Европе. Естественно, компания беспокоит этот вопрос по квотам. То есть в любом случае, да, это либо переводить производство, локализовать его в России. Но надеюсь, что есть препараты, которые компания есть уникальные, да, то есть нет аналогов, поэтому надеемся, что все-таки частично препараты, которые производим, мы будем возить в том же объеме, прежнем объеме, который был и в этом году, и ранее. Есть локальные, да, российские компании, поэтому мы работаем вместе с ними. И для того, чтобы защитить культуры, защитить в первую очередь многолетние насаждения, да, то есть там очень большой идет перечень препаратов, поэтому мы хватает все места на данный момент, поэтому работаем вместе с российскими производителями. Многие компании на выставке отмечают рост спроса в этом году в сравнении с прошлым, то есть и посещаемость выставки больше. Чувствуете ли вы тоже ажиотаж, который вдруг... Да, по поводу посещаемости, да, довольно заметно, что люди интересуются, людей прибавилось, людей беспокоит, да, средства защиты растений, потому что никуда мы от этого не можем деться. Компания наша поставляет и традиционные средства защиты, есть и биопрепараты, биорешения, то есть мы также работаем в этом направлении, поэтому будем развиваться дальше. Есть ли у вас интерес к биопрепаратам, биологизации земли? Да, да, многие, опять же, компании, непосредственно компании, которые занимаются производством, да, то есть они это учитывают, да, то есть и в свою систему защиты они включают также и биопрепараты, то есть, но в любом случае мы не можем, компании, то есть не могут отказаться от традиционной химии, перейти на чистую биологию, но совместное применение биопрепаратов и традиционных средств защиты растений, то есть оно только вкупе улучшает и продукцию, улучшает качество и снижает пестицидную нагрузку на гектар. Ну, выставка ЮКАГРО, она является просто ключевой в агрономической сфере. Здесь всегда огромное просто количество посетителей. В этом году не исключение, очень много людей с большим количеством запросов по нашей тематике. Какого-то либо уменьшения спроса я не ощущаю по сравнению с прошлым годом. Есть небольшое перераспределение в сторону, да, некоторых видов культур, но поскольку наше оборудование работает со всеми видами зерновых культур, то наше оборудование подходит для всего, и мы в любом случае отвечаем запросам всем, но перераспределение по запросам ощущается. А, например, вот какие культуры вдруг всплыли, как бы, в разговорах? Соя, рапс, да. На эти культуры сейчас запрос выше. По работам с этими культурами запросов больше. Завод занимается производством всего спектра элеваторного оборудования, от завальной ямы до хранения зерносушилкой, зерноочисткой, целиком все транспортное оборудование. Да, безусловно, потому что прошлый год был, ну, скажем так, мягко скажем, непонятным. Все чего-то ждали, что будет, как будет. Сейчас мы видим, что рынок налаживается, люди уже думают о будущем, о покупках техники, потому что земля никуда не ушла, все работают на земле, все стараются
стараются получить как можно больше урожая. Любые сложные ситуации подталкивают людей на их решение. Мы, в свою очередь, помогаем, потому что мы же знаем, много техники, много импортных брендов ушли из России. Какие-то новые пришли. И в первую очередь мы помогаем людям разобраться в том, что сейчас, какая техника заходит и как ее применять в условиях нашего юга России. Новинка, конечно, мы вот сейчас находимся, это Арматрак, это турецкие трактора. Сейчас у нас на юге России мы представляем от малых садовых виноградных до средних тракторов, которые могут работать на, ну, скажем так, на всей территории и на очень многих видах работ. Сейчас это большой интерес они на выставке к ним, потому что, ну, ушли многие бренды, я еще раз повторюсь, и сейчас приходят, и мы стараемся людей все-таки, ну, показать, может быть, убедить в том, что это можно брать, потому что мы ближе, мы рядом, мы всегда поможем, если что. Однозначно в этом году выставка имеет отличие от всех выставок. Я очень много лет в ней участвую. Вот скажу, что очень удивил. Первый день выставки было очень много посетителей. Безусловно, второй день он всегда самый массовый. Ну и сегодня, вот в третий день выставки тоже много таких хороших, спокойных встреч, когда уже мы говорим о конструктивном таком планомерном развитии. Вот много мы встречаем потенциальных партнеров для того, чтобы мы были представлены в других регионах России. Мы сейчас работаем в основном в европейской части. Вот мы провели переговоры сегодня с партнерами из Дальнего Востока, Сибирь. Вот были сегодня коллеги из Калининграда. Я думаю, всегда коммерческий человек, он всегда ищет какие-то решения, что касается партнерской сети дистрибьюторов. А сельхозпроизводитель сегодня в поиске именно уже оптимального инвестирования в свои активы, свои гектары, свою землю для того, чтобы извлекать максимальную прибыль, да, и оптимизировать все свои расходы и получать все-таки эффективность работы тех препаратов, тех удобрений, которые они используют для того, чтобы получать ту плановую урожайность, которую для себя они хотят получать, да. Всегда фермер, он ищет все-таки решение, как ему больше и регулярнее зарабатывать. Вот сегодня, ну, для меня есть устойчивое понимание. У нас ушел, наверное, куда-то уже в небытие агрономически обоснованный севооборот. У нас сегодня в основном работает коммерческий севооборот. И регион от региона у нас как раз есть набор культур и технологий, которые у нас более там распространены, и они больше и чаще они используются. Поэтому я скажу, что всегда будет какое-то шатание и поиск, но во всяком случае, наверное, все-таки процентов, ну, половина точно, они будут стабильными, постоянными, если они умеют и профессионально выращивают свои культуры и получают тот урожай, который они хотят, то качество той продукции, которую они уже умеют получать. Компания Spritec – это компания из Южной Америки, из Бразилии. Компания начала работать в России в 2022 году. 18 января 2022 года мы зарегистрировали наш первый препарат FullTech, это комплексный адювант. Вот. Компания работает в этом бизнесе уже более 30 лет, занимается созданием и производством собственных препаратов, это комплексные адюванты и фитостимуляторы. Для российского рынка эта компания принесла реальные инновации. Похожие продукты с таким наполнением и функциональностью, их сегодня пока у нас здесь в России не было. И вот два полевых сезона мы уже провели, имеем множество положительных отзывов о применении. Вся концепция и технология Spritec, она направлена на оптимизацию пестицидных обработках, улучшение логистики полевых обработок и, конечно же, саму эффективность препаратов, основных препаратов, которые сельхозпроизводитель применяет для защиты растений. Это так называемый прилипатель, да? Это не прилипатель, да. Это как раз вот нас обзывают прилипателями, да. Это самый такой распространенный тип препаратов, адювантов, который используется в большинстве предложения от пестицидных компаний или компаний, которые продают агрохимикаты. Вот здесь как раз кардинальное отличие, что это препарат, который работает для того, чтобы в первую очередь сохранить концентрацию его в рабочем растворе,
при контакте с водой, снизить потери при внесении и препарата от ветрового сноса, от более ускоренного испарения с поверхности листа или какого объекта, где мы работаем. И дальше уже сделать так, чтобы растение испытывало меньше стресса, улучшить его, его состояние после выхода из стресса любого, там и пестицидного, и в том числе температурного, и помочь растению дальше нормально, правильно вегетировать, а самому препарату работать в том регламентном периоде его действия, который у нас предполагает производитель того или иного пестицида. Компания, как я сказал, головная компания находится в Бразилии. Два завода компании находятся, вот один из заводов в Аргентине, второй в Бразилии и еще один завод в Соединенных Штатах Америки. Политические какие-то другие риски, они всегда существуют. Компания, она работает, почему в тех или иных странах есть заводы, которые я перечислил. Это начало работы. Вот до 2022 года, в 2021 году было принято решение приходить на рынок Евразии. До этого компания не работала ни в Европе, ни здесь, в России. И вот в 2022 году одновременно это был запущен проект вот в Европе, в России, в Казахстане, в Беларуси. И, конечно же, самым главным таким моментом – это своевременность попадания препарата в рынок. Мы находимся за океаном, и тем более последние события, которые были там с логистикой, они несколько мешали нам своевременно привозить препараты сюда. Безусловно, на определенном уровне достижения продаж будет здесь однозначно планироваться производство. Потому что компоненты, которые мы используем для производства, их можно здесь приобретать на месте и уже компоновать формуляцию, которую мы реализуем уже в готовом продукте. Поэтому все будет зависеть от того, как мы активно будем уже расширять свои продажи. Вот. И дальше обязательно будет производство здесь, потому что именно в России это будет происходить. Мы уже этот проект обсуждали, были первичные переговоры вот, и с Министерством сельского хозяйства в Краснодарском крае, с Минсельхозом в Ростовской области. Мы рассматриваем именно южную локацию размещения такого производства, потому что именно близость порта и так далее, и так далее. То есть мы хотим это все здесь сделать и быть уже в безопасности, что мы будем всегда с продуктом, и наши клиенты будут своевременно в полном объеме их получать.